Так, привет. Давай посмотрим, как посчитать, сколько досок надо потратить. Вот твой файл. Так, вот эти вот излишки. Я так понял, это у тебя 6-метровые кусочки. Да, вот они. Здесь целиком хватать не будет. Добавим. Потом следующее. Так. Все одиночное, да. Следующую мы найдем вот так, особо не парясь. 6, 16, 25, ну, излишки. Так, все. Теперь я использую плагин Sufayu Slice для подрезки. Можно бесплатным зога сделать то же самое, только не так удобно. Так, подрезаю их сначала вот этой функцией. Plane. Табом выбираю то, что внизу срезается. Срезали. Теперь здесь. Так, с этой стороны. Режем убрать из выделения, чтобы не резалось. Так, продолжаем. Вот мы подрезали. Теперь это вот твои старые заготовки, тоже их подрежем. Вот эти вот места можно с тем же самым только дивайдом. Либо давай мы их сначала прорежем отверстия. Можно сделать обычными солидами. Первые. Вот один такой солид. Запасы. Вот эта вот штука делает быстрее. Но она тоже платная. Это Bull Tools. Так. Бесплатно Sufayu Solid Tools Trim и прокликаем просто. Так, вот мы прокликали. Это нам больше не нужно. Так, ну эти линии потом можешь более по-умному раскидать, да, но нам для подсчета длины не важно, пусть они будут так. Так, следующее. Нам нужно их, вот эти вот кусочки, сделать отдельными группами. Опять же, можно группировать это по отдельности. Я буду использовать опять Sufayu Slice. Без него, как без рук. Выбираем вот этот режим Detach. Режим двухточечный. И здесь. Вот мы, получается, отделили это теперь отдельные кусочки. Так, вот эти вот, ну, пусть тоже считается. Это мы теперь скроем. А все вот эти нам теперь нужно посчитать, какой они длины. Сделаю копию вот сюда. И теперь аккуратненько разложить их по порядку. Но вручную это будет долго. Есть замечательный плагин SDM Teach. Он вот здесь вот Align and Distribute. То есть выровнять и распределить. Вот у него сайт. Потом скопирую. Там же есть инструкция. Так, это расстояние между объектами. Я его выставляю на 0. Теперь, как выставляем? По X, по Y. Так, ну здесь достаточно просто, можем поэкспериментировать. По X вот выбираем у нас раз, без разницы для нашего элемента. Так, все, Enter. Вот он нам разложил все эти детальки, вот это вот подрезанные от окошек, ну нам так и надо. И вот они у нас длиннющие, длиннющие, длиннющие. Теперь делаю рядом доску
6-метровую. Превращаю ее в компонент. Ну, либо можно было взять твою старую, но я не уверен, не подрезал я все, что сделаю такую штуку. И теперь рядом, давай 25, да, вот это вот излишек. Вот это вот излишек. То есть просто рядом выкладываю, сколько их таких вот досок можно сделать. И проверяем. Выделяю, и мне пишут, что таких штук 20 в модели. То есть вот чтобы вот тупо вот эти вот рисочки твои один в один, один кусочки разложить по 6-метровым доскам, нужно 20 досок. Ну, я бы еще добавил на всякие обрезки, где они ровно не этот, ну, там 10% обычно добавляют. 22 доски, считай. Такие дела. В общем, так вот можно посчитать.